Банкрот по собственному желанию. Финансовая милиция Могилева пресекла работу одного местного предприятия. Фирма крутилась в сфере строительства. Правда, вместо того, чтобы доходы пускать на выплаты кредиторам, директор общества с ограниченной ответственностью выплачивал хорошие премиальные себе, говорят правоохранители. Более того, часть денег уходила в другую фирму, которой руководила супруга подозреваемого в качестве беспроцентных займов. Сам же бизнесмен заявлял кредиторам, что рассчитываться с ними нечем, якобы фирма банкрот. Теперь авантюристу грозит до 5 лет лишения свободы. Как было установлено работниками финансовой милиции, 34-летний директор ООО с целью отклонения от погашения кредиторской задолженности в течение 2014-2016 годов необоснованно выплатил дивиденды участникам общества в сумме 300 тысяч рублей, а также заключил ряд заведомо невыгодных договоров по отчуждению имущества общества и выдаче беспроцентных займов другому предприятию, которым учредителем являлась его супруга. Своими действиями он причинил ущерб кредиторам в виде убытка в сумме 127 тысяч рублей.